3D у меня в голове хорошо укладывается виртуально. Прикол в том, что да, в своей-то голове все хорошо и отлично, но когда начинаешь переходить на сторону больше, чем одного устройства, тебе нужно научиться передавать свое вот это видение и другим, потому что ну, не все можно успеть за сутки. В нашем мире есть константа, это 24 часа в сутки. И когда что-то хочется сделать больше, то ну, я пока что ничего не вижу лучше, как распределение между другими людьми. Идей, возможностей и прочих вещей. Так вот.